Поднимись на второй этаж. Иди на второй этаж, Айк. И зайди в дверь. Налево. Видишь, дверь открыта слева, Айк. Так там он меня убил вообще-то. Слева дверь открыта, Айк. Иди на второй этаж, слева открыта дверь. Заходи в комнату. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп. Систему лайфтрейдов. Авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Ребят, всем привет! С вами Quantum Mehaker Айк, и с нами сегодня так. Это зомби-маньяк в CSGO. Здорово! Привет, друзья! Вы что такие дерзкие? Мы начинаем выживать, всем приятного просмотра. Ты куда ушел, а? Слышь, ты чё? Я нашел тебе нычку, Лёха. Заходи. Все, мы спрятались. Заходи, если что. Он через 40 секунд это выйдет. Ай, блин, больно в ноге, что-то закололо. А, это нож Миши, понятно. А мы что, играем, нет уже? Мы уже играем, сейчас выйдет на охоту уже. А чё, где спрятаться-то? Не знаю, я помню, что ты вот... Тихо, Миша, я хочу попытаться. И посмотрю, прокатит или нет. Тихо, Лёха, тихо. Она, кстати, светлее стала, вот чё. Тихо, Лёха, не ори. Можно так же? Нет, Лёха, свали, пожалуйста, не пали, Лёха. Не будь лепёхой. Все. Он выйдет ровно через... Он уже ровно вышел, пацаны. Он может быть ровно... Он вышел, шухер, он вышел! Я видел его, он бегал по улице. Аккуратнее будьте, пацаны, просто. Не шебуршите там. Он по улице бегает, не выходите на улицу. Видишь его, он бегает. Дом гигантский, нычек нет. Маньяк ходит по улице. Реально нычек. Кто бегает, слышишь? Лёха, вали оттуда. Маньяк входит в здание. Ты же видишь меня, лоб. Тихо. Нормально сидишь там. Маньяк вошел в здание. Маньяк, короче, ходит по зданию. Будьте аккуратней. Там никого не было. Тебе показалось. Что, мехакера уже спалили? Миша бежит по улице. Миша. Миша красавчик. Я не знаю, как он Данила. Слушай, они здесь бегают? Не пали, это будет челлендж. Здесь неплохо, да? Миша, он тебя потерял. Нравится. Электрожопоскоп использовать нельзя, только нож. Электрожопоскоп в Женевской конвенции запрещен. Ты что, нашел его? Нет, я видел, он с жопоскопом побежал. Здесь нормально. Леха, ты у тебя там как хорошо себя чувствуешь, Леха? Нет! Лёха, ты себя хорошо чувствуешь? Нет, вообще. Тихо, да тихо, посмотрим. Это вообще, понимаешь, на уровне гор. Ну это жесть. Сука, окна бьет. Вандалиссимо сраный, Данисимо. Как вообще Миша выжил? Ко мне, значит, запрыгнул вообще без базара. Нет, я за ним бежал и упал. Маньяк, иди на первый этаж. Айк, зомбачок, жопа с кулачок, спустись на первый этаж. Да, там сказали, на первый этаж, что ты здесь забыл? Ты Мишу жопоскопа убил, тебе этого не простим. Квантум выжил, тихо. Такой нычки, вы издеваетесь. Да тихо, не пали, пусть он сам посмотрит внимательно и найдет меня. Айк, иди на улицу, Айк, ты вышел на улицу, Айк, зайди в дом. Стой, Майк. Остановись, посмотри на телефонную будку. Сзади тебя. Видишь телефонную будку? Два телефона, видишь? Иди в телефонную будку. Позвони 01, попроси их это. Нычку спалил. Ты что делаешь, блин? Нычку спалил. Спалил нычку. За ней место есть. Еман, у меня 2 хп. Я чуть не... 2 хп просто. Ладно, 64. Иди возьми пушку и расстреляй эту будку, слышишь? За жопоскопа расстреляй ее. А вы можете за маньяком наблюдать? Я могу дойти до туда и граффити оставить? Я успею или нет? Я не могу за ним. Нет, не успеешь. Сиди на месте. Слышь, хорош жечь, я не понял, ты что дела тут, что устроил-то? Маньяк жжет. Поднимись на второй этаж. Тебе пизда. Кому? Поднимись на второй этаж. Иди на второй этаж, Айк. И зайди в дверь налево. Видишь, дверь открыта слева, Айк. Так там он меня убил вообще-то. Слева дверь открыта, Айк. Иди на второй этаж, слева открыта дверь. Заходи в комнату. Твою мать! Ты на что рассчитывал? Я не знаю, думал, здесь что-то будет. Он такой вообще, пофигу ему. Лёха, я твоего братана нашел, Лёха. Нихуя я тут был. О, нифига, что нашел. Я помню это на... Чудное мгновение. Мне подключили интернет. За мной телевизор моей мечты. А я ему говорил. А я и не знал. Мне больше не весело. Михаил с маньяком. Присядку же можно... Оу! Вот это топ. Вы там нычки ищете, я здесь телевизор смотрю.
О, перфоратор подключился. Да. Товарищ капитан, разрешите в жопу. Че, он вышел уже, не? Да. Да, походу карта вышел. Карта темная. Нычки не знаю, но я вас и найду. Чё? И чё? Нормально все. Заявление. Я ему граффити оставил. Жалко, в нычку квантуму никто не сел. Ты чё такой, пришел, проверил, думал, там жордочки сидеть кто-то будет? На жордочке. Ну-ка, в моей нычке, в которой я помер, никого нету? Думал, все так просто, что ли? Я тебя ставил граффити, нет, я даже ножом шоркаю на втором этаже. Окей. Здоровье. Окей. Что это было? Окей. Ёб твою. Всё чётко, чё, окей. Ты это не можешь использовать, слышишь? Невская конвенция запрещена. Я использовал. Использовал вблизи только. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Ох, Квантум, почё, со смертью играешь? Сука, ушел. Лоха нашел, да? Ладно, пошли, ладно. Да, вы там. Че, больше не влазишь вот так, ну? Ладно, сучка. Ладно. А сколько максимально хп Зевс сносит? Максимально хп может. Иди в жопу, слышишь? Кого ты обманываешь? Мне жопа. Кого ты обманывать-то решил? Ну кого? Ну зачем? Кто там бегает? Да кто? О! Давай, веди меня туда, Сусанин. Потайная жопа, к Квантуму убегать. От меня решил, но ему не убежать. Он сломал фейковое окно, а я знаю, где оно. Бляха-муха, пацаны, куда бежать, помогите. Плотная забеготня-то, да, устроилась тебе тут? What's going on? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Guys, we have a problem. You have a big problem. Oh, you. Стой, куда убежал? Я же слышу, куда ты убегаешь. Ты что, угораешь надо мной? Ты умрешь или нет сегодня? Отвалишь меня. Тебе суждено быть маньяком. Тебе суждено быть маньяком. Дармаму. Нет, только не маньяком. Где ты? Нет у меня. Сука, а? Обманул. Ну ты сука, а какая? Смотри на него. Бегает по одним и тем же местам, и все. Ты че ты меня загонял, бедного? Я вообще бедный в офиге сижу. Бегает за мной, бегает. Других, главное, не трогает, а за мной бегает. Да ты тут даже не сел, вообще. Где-то Айк в каком-то месте засел. Тут непонятно не сидит, в каком. Как так? А где ладно. Сидит? Ладно. Я сам не знаю, вас, где я. Помнишь, да. Где второй этаж, где ты прыгал на второй этаж? Меня смотрел, ловил. Иди туда, к тому месту. Я, может быть, и найду кого-то еще. Давай. Миш, напиши, где-то к тебе приду, мне страшно. Где ты? Иди к клеткам, тебя нету возле клеток, где ты меня порезал тогда. Каким клеткам? И что тут? А как? Это законно, нет? Ты что делаешь? Так я так, поджег немножко. А как ты туда пропал вообще, попал? Леха жжет, блин. Открывай, тут какие-то потайные секретные в комнаты, что такое? Обратно. Как попасть сюда, о, ништяк. Корона жмет. Леша, я ищу вас. У меня еще 3 минуты, я, в принципе, успею вас найти. А какая-то карта, так... Ужас. Ема, тут карта огромная. Она огромная, реально, я... О! Опять ты! Надоело, а? Бляха-муха! Опять Квантум? Остановите его уже, а, наконец. А че ему надо от меня? Остановить человека. Нет, сел бы со мной. Взял, убежал. Остановите, сучку. А! Ну как так? Ты же прям очень плохой. Хитрый пес, иди в жопу. Просто обойти Даню решил. Ну как? И че ты ко мне сейчас придешь? Он хотел обойти меня с другой стороны и прирезать, я просто оббежал и все, и он психанул. Ну ты гонишь, ну ты угораешь. Где ты? Опять сейчас его встретит, а обратно прибежит. Алёха! Данил, за ногу тебя. А-а-а-а-а! Михакер! Я вас увидел, обнаружил. Стоп.
Кажется, мне кажется, здесь не все так просто. Подожди. Вы что, дверь-то закрыли? Я вижу. Данил сваливается в трону. Куда пройти? Не знаю, сука. Он отстал на километр примерно, Данил. Я понял, я за дверью стоял, думал, ко мне выйдет, он такой, стоп, если бы он вперед прошел, он бы меня убил, я за дверью сидел. Леха, 30 секунд. Да я что сделаю, у меня бегаете тут, догнать. Слушай подсказку, Леха. Да, слышал. Крутая подсказка. Давай, кого-нибудь маньяком, Данил, надо же сейчас сделать. Сзади придет к тебе. Кого-то же надо маньяком сделать, сколько же тут мест на этой карте, это же пиздос. Лёха будет маньяком, потому что не убил никого. Ты пёс гнилой, Миша! Ах ты хрен собачий! Бляха, муха, как ты напуганный! Карта же огромная! Иди ты в жопу! Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Quantum Tax, Мехакер и Айк. Подписывайтесь на наши все каналы, ссылки будут в описании. Не забывайте про лайки и подписки. Всем пока и до скорых встреч.